Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster, stronger, fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah. DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Всем-всем-всем большой привет! С вами DJ Prophet, как обычно, каждую среду с нуля до часу ночи на радиостанции DFM. Я представляю Bassland Radio Show. Все, что связано с бейс-музыкой, а именно Drum & Bass. Да, сегодня новенький, свежие релизы представлю. Liquid Funk, Deep, Neuro Funk, Mainstream, также Future Beats. Настраивайтесь на хорошее настроение, ибо лето, лето в Москве! Ура! Ловим эти дни, кайфуем, в общем-то, настраиваемся. Подключайтесь к прямой трансляции на моей стене wiki.com/djprophet, также на сайте dfm.ru.
DJ Prophet. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто пришел на FreeFest, на завод Флакон. Большое-большое спасибо. Витьке Строгнову, конечно же, тоже респект. Такую толпищу собрать компания Nosom Sound Promo. И, конечно же, ребятам из организаторов из города Ногинска. Go to Party фестиваль, ездил к ним в воскресенье. Было, конечно же, не очень много народу, но зато место просто сказка. Муаз, замечательно. Приглядел, собственно, эту поляну на следующий год. Может быть, что-нибудь там совместно организуем, посмотрим. Но площадка замечательная, буквально в часе езды от Москвы, без пробок, да. Офигенный трек, я его просто обожаю. Вокал просто сказка. Thank you.
Очень крутая композиция Jonas Blue. Называется «Мама». И ремикс сделали проект Пол и Брайсон. Очень крутые перцы. Друзья, я хочу, чтобы сегодня, в это время, с нуля до часу ночи, у вас было только хорошее настроение. Если оно хорошее, чтобы было еще лучше. Напоминаю, что с вами DJ Profit, Bassland Show. Каждую среду с нуля до часу ночи на DFM. Сегодня я представляю Drum & Bass музыку. Свежие треки. Начал с Liquid Funk. Далее, возможно, перейдем на мейнстрим. Немножко дипа, неурофанка и фьючер битса. Прямая трансляция на моей стене vk.com/djprofit и также dfm.ru. Bassland Show on DFM.
лето продолжается, соответственно, летние фестивали и тусовки тоже. Очередная, о которой я хочу рассказать, где, собственно, мы TC Group причастны как организаторы. Вместе с Global Clubbing организовываем Adventures in Music. Это будет 4 и 5 августа через выходные. Буквально полторы недельки осталось. Все это дело пройдет фестиваль в Москве, конечно же. Бумажный проезд, дом 19 на территории завода «Правда», там, где клуб «Вольта» находится. Но сейчас их уже два. Подробная информация о фестивале, там есть все, 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 что вам нужно. atm.world. Broadcasting live over the capital. Немножко мейнстрима, более драйвового драм-н-бейса, танцевального. Смув, траектория. Танцевалочка! We'll be right back.
Свежак от проекта Lost Star. Композиция Give Yourself. Кстати, в следующем году у них выходит альбом. Ура! Ну и, конечно же, я думаю, он выйдет на Rem Records.
Кстати, вот эту композицию я очень долго ждал. Это Neon Light. Немецкий проект, германский точнее. Triple B, VIP-версия, Future Beats, yeah! С вами DJ Profit, это DFM, Baseline Show с нуля до часу ночи, каждую среду. We'll be right back.
Но, конечно же, не мог не сыграть 21 Pilots. Композиция Heathens в ремиксе Audio. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends. Ребята, еще раз напоминаю, что 4 и 5 августа мы все тусуем на бумажном проезде Дом 19. Это будет ATM, а именно Adventures in Music, где будет представлено несколько танцполов, также Drum and Bass танцпол 4 августа и Eat Brain. Вся подробная информация atm.world. Ну что, как настроение, друзья? Немножко пришлось дать жару. Поиграл новые треки. Различные. Трек-лист будет позже. Через несколько дней, я думаю, смонтирую аудио-видео отдельно. Выложу, как обычно, у себя на страничке wiki.com/djprofit. И будет всем счастье.
офигенный релиз, ментальный. Я думаю, эстеты догадались, на каком лейбле вышла эта композиция по его звучанию. Это Кидрама, достаточно новый исполнитель, композиция Playback. Конечно же, друзья, это Metalheads, Goldie. Напоминаю, что с вами Profit. Это Bassline Show DFM. We'll be right back.
Диджей Хайп, Диджей Синг и Паскаль, они же Ганджа Крю, сделали ремикс на композицию Musically Dope. Ее написали Freestylers. Кстати, Диджей Хайп будет 16 сентября в Москве на World of Drum and Bass. Мы празднуем десятилетие проведения этого фестиваля. Друзья, я всех приглашаю. Для нас это огромнейший праздник, да. Праздник, праздник, друзья. Еще 5 минут с вами. Drum and Bass, Profit, DFM. We'll be right back.
Ну и на этой замечательной композиции от DJ Zinc, а именно Dope Skills, это второе название его проекта, и даже не одного, не второе, одно из Pink Panther. Друзья, всем спасибо, пока!